Найти и обезвредить судебные приставы Комсомольского районного отдела разыскали больного открытой формой туберкулеза и доставили его в больницу. 35-летний мужчина лечиться не хотел и от приставов скрывался. А еще вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. Не смущало его и то, что живет он рядом с полугодовалым ребенком, которого может заразить в любой момент. Теперь больной будет проходить принудительный курс лечения. Приставы выяснили, что мужчина – многодетный отец и должник по алиментам. Уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Своим детям он должен 215 000 рублей. Как только выйдет из больницы, сразу отправится в суд, а затем и в колонию.